Всем привет! Сегодняшнее видео будет немножко новогодним. Я начала подготовку к праздникам чуть-чуть заранее и вам тоже советую. Я уже купила кое-что из декора, продумала собиралку. Будем вместе с вами печь пряники и морковный пирог и украшать дом. Но обо всем по порядку. Сегодня я хотела бы показать вам то, что я прикупила, заказала для своих родных и близких. То, что мне хотелось бы дать им в качестве подарка. И это видео мы создаем совместно с iHerb. Это мой самый любимый интернет-магазин, в котором я чаще всего заказываю и продукцию для дома, все для готовки, и мою любимую натуральную корейскую косметику, кое-что для детей, всякие там витамины. Если я хочу что-то найти, то первое место, куда я отправляюсь, это iHerb. У них всегда есть гарантия качества, это раз. А во-вторых, у них свыше 30 тысяч различных брендов. Поэтому вероятность того, что интересующее меня средство будет там, очень-очень велика. Там огромное количество разных американских брендов. Я всегда уверена в том, что они без проблем доставят посылку домой. Они очень быстро приходят в Польшу. Если вам интересно, сколько будет стоить доставка, сколько времени это займет, то я знаю, что iHerb отправляет в 150 разных стран, но ссылку, по которой вы сможете все проверить, я оставлю внизу. Еще один момент. Заказывая на iHerb, вы получаете гарантию того, что это будут реально те средства, которые представлены на американском рынке. Все, давайте рассмотрим, что же тут у меня. Слушайте, это видео без проблем можно назвать фаворитами, так как большинство вот этих средств я испытала, испробовала на себе и с удовольствием продолжила бы ими пользоваться. И первое, что находится в моей посылке, это фантастический скраб с волшебным ароматом какао. Он так вкусно пахнет, что ты буквально ощущаешь вот этот бархатистый, настоящий вкус какао у себя во рту. Он на основе сахара, он не царапает кожу, но прекрасно избавляется от омертвевших клеток. И мне нравится упаковка, это бренд Giovanni. И также мне нравится то, что после него тело не пересушенное, ну то есть кожа, но и нет какой-то неприятной пленки. Очень люблю и приютила бы такую баночку. Кстати, я буду показывать какие-то подарки, которые я буду собирать в комплекты. И вы тоже можете миксовать что-то поменьше или что-то такое конкретное купить, как набор кисточек, о котором я буду вспоминать. Можно, к примеру, подарить с палеткой теней. В общем, все я укажу в инфобоксе. Я так рада снова снимать видео, мне кажется, меня просто разрывают от счастья, поэтому я очень быстро говорю, вы уж мне простите. Вот, и то, чем я тоже пользуюсь, и то, что спасает меня в поездках, это миниатюры кисточек от Real Techniques. Есть еще очень классная миниатюра вот этой кисти. Вот эту тоже закажите или себе на подарок, или кому-то из близких. Это кисть для пудры, она очень классная, она очень мягкая, и по моим ощущениям, она как кисть люксового бренда, вы знаете, да? Вот, поэтому выбирайте или вот такую кисточку, есть еще и миниатюра, или можно заказать вот такие мини, а то, знаете, бывает, уже есть хороший набор для домашнего использования, и когда тебе нужно это все тянуть в поездку, ну, если вы планируете краситься, то как-то это все занимает лишнее место в багаже, а вот такая малютка действительно также хорошо работает. У меня есть несколько кисточек от Real Techniques в таком формате. Еще очень советую вам кисти от Elf. Мои любимые модели я укажу внизу. И оставаясь в теме бьюти, вот покажу две штучки, которые я заказала для своих подружек. Первое — это спонж, вот в такой новогодней упаковке. Это бренд Real Techniques. Это такой более доступный вариант спонжа для макияжа, если вам хочется порадовать свою подружку, если вы хотите, чтобы она попробовала новую технику, или вы собираетесь это сделать, то почему бы себя не порадовать? В прошлом году я своей Настюше дарила губку. Патчи под глаза не самые бюджетные, согласитесь, но вот у меня подружка Сандра, да, хотела бы попробовать, и она говорит, ну, как-то, не знаю, а я подарю ей на Новый год, потому что она спрашивала, как тебе, что ты думаешь по поводу вот этого бренда Petit Fee. Это мои самые любимые патчи под глаза, и это такое, ну, экспресс-действие, скажем так. То есть это не накопительный эффект, но они не раз меня спасали, и мне хочется, чтобы мои подружки тоже их оценили. И у меня в окружении есть несколько
девочек, вот прям девочек, которые с таким интересом рассматривают все мои баночки. И мне как-то не хочется дарить им взрослую декоративную косметику или уходовую. Мне кажется, что рановато, им все-таки там еще даже 10 лет нет. Вот, поэтому заказала несколько таких штучек, которые их порадуют. Во-первых, это набор, кстати, это хит на iHerb, это набор бальзамов для губ, на них очень хорошие отзывы, здесь натуральный состав, и я просто открою это все, разделю по несколько вкусов для нескольких моих подружек, маленьких подружек, вот, и я уверена, что им будет очень приятно чем-то таким пользоваться. Здесь несколько вариантов, то есть и с медом, и с мятой, и с гранатом. Одну или две штучки я оставлю для себя, потому что сейчас такой сезон, когда губы постоянно пересыхают. Ой, давайте вскроем. Как вкусно пахнет медом. И очень хорошо скользит по губам. Окей. Это, конечно, вообще восторг. В разделе для детей я нашла безопасные для деток лаки для ногтей. Они без какой-то страшной химии, их не нужно смывать ацетоном, и они на основе воды. Ну, то есть, они застывают как лаки, но снимаются такой пленочкой. И здесь огромное количество разных цветов. И я не знаю, как вы к этому относитесь, я вижу, что у всех дочерей моих подруг постоянно накрашены ногти, как у мамы, как они говорят. Пусть лучше они пользуются чем-то таким, чем взрослыми лаками, до взрослых игрушек они еще дорастут. Вот, я уверена, что девочки очень и очень обрадуются такому подарку. Здесь есть несколько цветов, целых 10 штук. Красится, не перекрасится. Для своей свекрови я выбрала кое-что такое. Первое, это набор шикарнейших масел для тела от бренда Веледа. У всех у них натуральный состав. У меня было их знаменитое березовое масло, антицеллюлитное. У него потрясающий аромат. Не знаю, как одно масло способно повлиять на целлюлит, но то, что они очень хорошо питают кожу, подтягивают ее, это факт. И здесь вот целых 6 таких travel-версий. То есть это не совсем миниатюры, их хватит на какое-то время. И это такой тяжеленький наборчик, я думаю, что она обрадуется, потому что у нее сухая кожа, и всегда то, что я подбираю ей из ухода, ей подходит, и это не может не радовать. И она также дает мне какой-то свой небольшой обзор после использования, и я спрошу у нее, как ей вот это. Также я знаю, что она не пьет черный чай и зеленый, иногда только кофе, а в основном предпочитает какие-то такие легкие чаи на основе трав, что-то такое, что не будет дополнительно нервировать. Вот, и выбрала в очень красивой упаковке, это бренд Пупка, и он идет с органической клюквой, розой и сладкой ванилью. Очень красивая упаковка, мне нравится. Хочется верить в то, что вкус и аромат у этого чая будет классным. У меня есть один от этого бренда в такой фиолетовой упаковке с лавандой, пью его по вечерам. Еще на iHerb представлен бренд, который называется Honey and Sons, и их чаи — это нечто. У меня, по-моему, уже зависимость от них, и вот этот чай с ароматом чего-то пряного, то есть здесь нет никаких подсластителей, но чай получается сладким, и он, кстати, бодрящий, сейчас по вечерам я его не пью, вот, и, господи, это так вкусно! Если вы любите корицу, если вам нравится всякое такое, то обязательно попробуйте. И здесь вот такие мешочки, все это выглядит очень красиво, видно, что здесь вот прям такая интересная смесь, и одного пакетика хватает на 2 раза. И вот этот чай я зачастую заказываю именно на зиму, а вообще детки очень любят и на любое время года. Он, кстати, такой легенький, можно сказать, то есть от него тебя не трясет, и называется он Paris. Очень-очень вкусный чай, и все, кто приходит к нам в гости, просят или один, или другой. И сейчас в качестве подарков я заказала 2 новых чая из такой более премиальной линейки. Сейчас покажу. Выглядят они вот так. Ну скажите мне, разве это не красиво? Кстати, я всегда оставляю вот эти баночки после чаев, и они всегда находят какое-то применение в моем доме. И вот этот чай, который называется Earl Grey, я заказала для своего мужа, то есть это черный чай с бергамотом, мой муж очень любит чай такого плана, и я уверена, что ему понравится, потому что
Ну, я заказывала так много чаев от этого бренда, что я буквально уверена в том, что я покупаю. И это тоже черный чай, но уже без бергамота. И стоит отметить, что в премиальной линейке саше больше. Здесь 30 штук, а в предыдущую было по 20. И еще заказала вкусняшку для себя. Признаюсь, сейчас будем есть. Это органические трюфели или трюфеля из черного шоколада с морской солью. Они вот так запакованы, и я видела, что есть более популярный вкусовой вариант карамель с солью, но тогда их не было в наличии, и вот если заказать такие трюфели, трюфеля и чай, это уже очень классный подарок. Это очень вкусно. Может, помните, в прошлом году, как раз на новогодние праздники для сына наших друзей, я заказывала игрушки для купания. И вы не поверите, год спустя, ну практически, да, я пришла к ним в гости и снова вижу вот эту удочку. Там вот такие как бы рыбки, и их можно ловить. И, ну не совсем чашечки, потому что они дырявые, но можно переливать воду, и вода из них вытекает. Очень классно, и они говорят, что до сих пор их сынок играет с этим всем. Я оставлю ссылки внизу, на них очень хорошие отзывы. И для своих деток я заказала вот такие, как бы это назвать, таблетки для купания, которые окрашивают воду. Пусть будет так. Здесь есть вот такие желто-оранжевые, голубые и фиолетовые. Вот как объяснить ребенку, что можно использовать только одну? Мне кажется, я знаю, чем мы будем заниматься с малышами. Сегодня вечером мы будем проводить химические эксперименты. И прикольная вещь на самом деле. И забыла сказать, что заказывая на iHerb, вы получаете очередную гарантию качества, потому что у iHerb очень строго с условиями, в которых хранятся товары, у них вентилируемые склады, и заказывая там, вы всегда имеете гарантию того, что продукция придет свежей и что с ней все будет в порядке. В дополнение к какому-то бьюти-подарку я заказала масло для кутикулы. Вот эта компания Batchers производит натуральное средство. Здесь очень хороший состав. И вот это масло для кутикулы идет на основе масла ши, которое прекрасно восстанавливает, питает кутикулу. Я уже неоднократно говорила о том, что даже если у вас не самый свежий маникюр, вы просто воспользуетесь каким-то маслом для кутикулы, все моментально станет гораздо лучше. То, что есть у меня и что я хотела бы подарить своей подруге, это вот такая смешная маска с ушками, которой я пользуюсь всегда, когда наношу какую-то маску и не хочу испачкать свои волосы. Это просто очень удобно, она мягенькая, кстати, она не оставляет никаких заломов, и она такая смешная, такая забавная, иногда мне хочется быть несерьезной, и ну кто-то говорит, нет, как ты, дама, в возрасте буквально можешь носить что-то такое дома. Мой муж знает, что когда я захожу в ванную комнату, то как бы я пропадаю надолго, поэтому он даже иногда не интересуется, как я там выгляжу, что я на себя мажу. Вот, надеваю такую позитивную повязку и ни в чем себе не отказываю. И вот если заказать, к примеру, вот такую повязку, если вы хотите найти что-то, знаете, такое прикольное, необычное, веселое, то советую еще и купить вот такую маску, которая пузырится. Я вам просто гарантирую, ну, действие, понятное дело, она очень хорошо очищает, при этом не пересушивает кожу, но она такая страшненькая на вид, то есть у нее просто цвет, но вы сейчас сами увидите. И она так пузырится, что когда у вас плохое настроение, просто намажьтесь этой маской, и оно у вас моментально улучшится. Это настолько смешно, я помню, я записывала видео, я так смеялась. Я помню, как я первый раз в жизни воспользовалась такого плана маской. Я даже своей подружке отправляла видео, это было очень забавно. Просто она не прекращает пузыриться, и когда ты ее начинаешь массировать, она еще больше пузырится, и, в общем, такая, знаете, захватывающая вас пена. Но есть очень классный бренд, он недавно появился, называется он Mamonde, это корейская марка, и я видела очень много хороших отзывов, и признаюсь честно, что заказала себе. Это тоже пузырящаяся маска, но вот хочется мне каких-то позитивных эмоций вечером, утром. Я шучу сейчас, ну как бы в этом что-то есть. Это такая довольно тяжеленькая баночка, и это маска с розой. Аромат у нее как у свежесобранных цветов. Вот настоящая роза. И выглядит она очень интересно. Сейчас посмотрите. И когда наносишь эту маску, вот этот аромат, он как-то так расслабляет, и она даже сейчас трещит.
То есть это кислородная маска, которая очень хорошо очищает кожу, и я бы сказала, что она более интенсивная по действию, чем предыдущая от Елизавеки. И мне понравилась кожа после нее. Мне показалось, что после такого хорошего очищения моя кожа замечательно принимает все последующие средства, которые я наношу. И утром кожа была такая свеженькая, и у меня сейчас есть одно красное пятнышко. Ну, это не постакне, не совсем. Но все равно хотелось бы от него избавиться, и оно посветлело. То есть я сделала эту маску, потом нанесла сыворотку с витамином С. У меня есть отдельное видео с уходом из iHerb. Можете пересмотреть, можете себя порадовать, к примеру, эссенцией от бренда Миша. Я пользуюсь и до сих пор считаю, что она фантастическое, одно из тех средств, которые обязательно попадут в фавориты года. Также советую вам заказать такой набор тканевых масок и, допустим, разделить его на несколько подарков, потому что, ну, мне кажется, что увлажняющая маска не помешает никому. И на iHerb также есть много таких приятных мелочей, как, к примеру, вот такая расческа, да, казалось бы, миниатюрная расчесочка просто себе. Но сейчас, когда у меня довольно сильно путаются волосы, и вообще я их настолько часто трогаю в течение дня, что их, ну, не мешало бы расчесать раз так 5 в день. И вот эти расчески от Wet Brush я очень люблю. Веселая, классная, даже для маленькой девочки, к примеру, куда-то там в рюкзак положить. Она не занимает много места, она также ездит со мной в путешествия. И хотелось бы сказать вам о том, что на iHerb есть очень классный набор кисточек для глаз. Я подготовила только две, но у меня есть целый набор, я как-то его показывала. Это бренд Bdellium Tools. И эти кисточки служат мне верой и правдой. Там есть и кисть для подводки, и для бровей. В общем, целый такой полный набор. И сегодняшний макияж глаз я выполняла в основном при помощи этих кисточек. Сейчас не хочу показывать вам грязные кисти. Но знаете, что мне они нравятся, я ими пользуюсь, и я их стирала мыло много-много раз, и с ними ничего не происходит. И сегодняшний макияж я выполняла при помощи вот такой палетки. И скажу по секрету, что она является бюджетным аналогом очень похожей палитры люксового бренда. Я покажу ее в отдельном видео, но сейчас уже говорю, что она вообще не уступает тем теням по качеству. Здесь хорошая пигментация, достаточная для создания такого макияжа. В жизни он раза в два интенсивнее, чем видите вы. И также при помощи вот этих теней можно создать абсолютно такой базовый макияж. Но у этого бренда есть такие поспокойнее тени, ну то есть что-то просто коричнево-бежевое на каждый день. У них, по-моему, есть матовая палитра. Я заказала себе вот эту, более трендовую, чтобы поиграться, чтобы найти какие-то альтернативы, опять же, дорогим средствам, и она меня не подвела. Ну вот единственный момент, здесь зеркало, от которого немножко укачивает. Ну а сама палетка находится в такой довольно прочной упаковке, и называется она Berries. Тоже оставлю вам ссылку внизу. Пожалуй, на сегодня это все. Если вы такой же iHerb маньяк, как я, то не забудьте поставить пальчик вверх. У нас тут своя группа любителей iHerb. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.